Лерка, Лерка, смотри, на кого я похож? На кого, на кого? На придурка в очках. Дима, ну вот и я о том же. Отдай, пожалуйста, мои очки. Вот, да, смотри. Дима, я все ничего не вижу. Да фак он тебе показал. Правильно сделал. Заткнись. Дима, верни ботаны очки. Да, пожалуйста. Не хочу я давать, тут все так увеличивается. Я в них модный, крутой. Может, я вообще хочу ботаном стать? Дима, отдай по-хорошему, а то я тебе наваляю. Да, Лера такая, что может. Отдай, пожалуйста. Денис, а что ты за девочек прячешься? Иди сам забери, покажи, что ты не слабак. Денис, не бойся, иди забирай, тебе ничего не сделают. А возьму и заберу. Отдай, пожалуйста. Лера, он мне не отдает. Ха, потому что ты ботан, поэтому не отдает. Он слышал, ботан, люди правильные вещи тебе говорят. Слушай, не умничай. И вообще, Дима, хватит обижать ботана. Ты меня понял? Очки. Держи. Я тебе сейчас слушаю. Все, три. На, и хватит быть тряпкой. Хорошо, понял. Хотя. Спасибо. Хорошо, я поговорю, что здесь. Давай, пожалуйста, потому что я уже забираю эти трубки, я уже не могу. Ладно. Здорово. Привет. Да что, ты попасть не можешь? Ну, да, привет. Да, здорово. 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 Здорово, почай. Какие деликатесы, Аня, у тебя. Наверное, после красной икры хлебушка захотелось. Смейся, смейся. И ты можешь оказаться там, где и я. Поверь мне, Аня, я там точно не окажусь. Я не собираюсь ссориться с родителями. А если вдруг такое случится, то у меня есть помощь, друзья. Ну, например, ботан. Да, ботан? Ну... Тебе мама не разрешит. А я буду Леру в шкафу прятать. Спасибо, ботан. Поэтому я точно на улице не окажусь. Вообще-то, Лера, я скоро вернусь к Валентине Ивановне. Паша меня сильно любит и что-то придумает. А ты у ботана в шкафу там живи. Слышишь, Анька, я тебя ни за что бы к себе домой не отпустил. Паша, не уговаривай Валентину Ивановну. Она грязная, вонючая, некрасивая. Фу, воняет уже от нее. Это сейчас она не очень, потому что когда она у нас жила, она могла и покупаться, и все, и поэтому она была красивой. И она еще вкусно готовит. Да, да, красивая, только запашком вонючим. Паша, не делай глупости. Понабирай класс дебилов, я прям страдаю за них. Привет, малая. Че, съела? Кулачок. Здорово, пацаны. Привет. Что сидишь, прохлаждаешься? Ничего, в школу пришел. Дарина, а что с тобой случилось? Что за прикид? Ну да, чего ты с противным в школу пришла? Это мой новый прикид. Усекли? Теперь так я все время буду ходить в школу. И в этом классе я старша. Вы мне теперь будете здесь носить дань. Вы мои шестерки, понятно? Дарина, а ты что, вообще рамсы попутала? Ты себя паханом возомнила? Я тебе ничего носить не буду. Еще шалбаны нащелкаю, поняла? А что я вам смогу принести? Мне только жучки. Так, ботан, с тобой разберемся потом. А шалбанов надают скорее тебе. Я теперь в банде, понятно? В самой крутой банде старшеклассников. Дарина, ты в банде с кабаном самим? Ну да. А можно с вами в банду? Я спортсмен. Для того, чтобы быть в нашей банде, тебе нужны деньги. Деньги есть, Дима? Да не слушай ты ее. Дарина, успокойся и прижми жопу к стулу. Еще непонятно, в какой ты банде сидишь. Он у нас, Анька, тоже в банде состоит. Бомжей алкоголиков. Слышь, малая, попустись. Конфетку похавай. Не хитпеть. А чё ты с ногами на парту залезла? Ничего себе, ты крутая стала! Заткнись! Дарина, кто пятки поднимает, братву не уважает. Теперь понятно, какая у тебя компания. Слышь, а ты откуда это понятие знаешь? Да, Дарина, дай сема. Я вообще-то с кабаном встречалась, если ты не помнишь. А он, на секундочку, главарь банды. Поэтому не свисти там, а то получишь. А, ну раз так... Тогда ты не будешь моей шестеркой. Ты будешь моим братаном. Кстати, хочешь чипсы? Дарина, как же я? Потом. Да нет, Дарина. Это ты будешь моим братаном. А я теперь здесь буду главная, поэтому на, пососи конфетку. Дарина, ты что, теперь не главная? Слышь, рот свой закрой. Лера, можно к тебе в банду? А вы теперь все в моей банде. Ура, и я. Кроме тебя и Паши. Ты теперь в ее банде состоишь, дорогой. Слышь, Лера, так дело не пойдет. Я тебе стрелку забиваю. Банда на банда. Кто за меня? Я за себя. У меня, кстати, братанов много. Знаешь, сколько там на трубах ходят? Чувствую, хорошую банду ты себе набираешь. Пацаны, кто за меня?
меня. Я за тебя. Я за Дарину. Понятно. А ты чё притих? Ты за кого? Я не за кого, я буду решалой. Понятно, окей. 3-3. Значит так, стрела после уроков за школой, понятно? Да базару нет, Дарин, я тебе по секрету скажу. Я могу прямо здесь сейчас все порешать. Да, мы победим, если бы точно папу позову и маму. Вот она мне карате занималась. Денис, не надо, не надо. Добрый день, Денис. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Дарина, я не поняла, ты что с ногами на парту залезла? Это что за внешний мисс? А ну быстро на стул села. Слышь, училка, хочу так и хожу. Иди урок свой веди. Ты как вообще со мной разговариваешь? Ты что мне тыкаешь? Слезла быстро и поубирала вот эта срач, что наплевала здесь. Ага, сейчас. Делать мне нечего. У меня для такого 6 есть. Паша, ну быстро взял бы за металл. Да, тетя, я теперь в банде. В моей банде. Стоп, Пашенька, ну что ты делаешь? Так, ну слезла быстро. Ты посмотри, бандитка мне какая нашлась. Села быстро на место. Приготовилась к уроку, а потом я с тобой разберусь. Посмотри, какая грамотная. Надевай на себя черти что. Ты как села, я тебе что сказала? А ну быстро спустилась. Слышь, Валюха, тебе сказать, куда идти? Или ты сама догадаешься? Так кем ты себя возомнила? Ты как разговариваешь с учителем? Ах, банда! Так у нас есть своя банда. Банда учителей. И главарь у нас есть директор. И сейчас тебя там воспитают. Ты посмотри, разорвилась. Да-да, стенку никто не отменял. Понятно. Давай, бегу. Банда, держитесь! В общем, заводит меня Валюха в учительскую. Я села на картаны, на меня училки начали дзырить. Какая-то я ненормальная будто бы, будто у меня на лбу что-то написано. В общем, плюхаю я съемки, и они мне такие, что ты делаешь? В общем, потом приходит главарь, директор. Мы пошли с ним, вышли, побазарили. Я ему все расчехлила, я ему конфетку, он мне сигаретку. В общем, постояли, покурили, побазарили и мирно разошлись. Теперь, Валюха, в пролете. Если, Дарина, ты не врешь, то значит стрелка остается в силе. Короче, что-то мне слабо верится, что Дерек с ней так разговаривал. Братва, она все врет. Да правда это все. Слышь, ты мне веришь? Сейчас придет Валюха и увидишь. Хорошо, посмотрим. Слышь, руки не распускай. Двигайся быстро. Лер, мы же не будем драться. Я толком даже не умею. Ботан, не ссы, ты будешь сзади стоять. И тем более, ты помнишь, как я Диму скрутила? Да, помню. А вот Дарину я вообще в бантик завяжу, вместе с ее недоделанной братвой. Слышь, меньше базарь, ты сначала как я с директором побазарь, а потом мне здесь что-то втирай. Что-то мне мало верится, что тебе директор сигу дал. Слышь, я сказала дал, значит дал. Все. Слушай, Паш, мы же разных бандах. В эту люку западло делать не будем. Ладно, но имей в виду, что на стрелке я тебя не буду жалеть. Ага. Правильно, Паша. Ты его драки не жалей. Отвернешься, он тебе еще в спину плюнет. Слышь, Дарина, а кого тебя погоняло? Ну, хомяк. Хомяк, потому что ты все время хомячишь все подряд. Не все подряд. А как наша будет банда называться? У них вот хомяки. Мы банда кабачков. Блатодебил? Блатота. А, то есть я платенный? Как-то так. Да, да, Денис, блатенный. Добрый день, дети. Добрый день. Это и нету. Дарина опять наплевала, ну быстро убрала. Быстрее. Так лучше. Лучше после урока все уберешь. Дарина ничего не боится, даже Валентины Ивановны. Молчи, ботан, молчи. Итак, достаем тетрадки, тема сегодняшнего урока. Почему у жирафа такая длинная шея? И, возможно, у вас есть какие-то варианты. Ну, чтобы жирафу было удобнее листья с деревьев срывать. У кого длинная шея, так это у Влада. Он постоянно тянется, чтобы потонать. Точно. У тебя тоже. Дарина, я твоего мнения не спрашивала. Че вообще тетрадки до сих пор не достали? Первые парты, быстро. Дарина, это по-твоему тетрадка? Ты что, им подтиралась? Чтобы была нормальная тетрадка на моих уроках. Жираф – самое высокое наземное животное. Его рост может достигать 6 метров, при этом туловище не больше, чем у лошади. А вот шея у жирафа необычайно длинная, но из-за особого строения она не гнется. Поэтому, если жираф хочет попить из ручья, ему приходится широко расставлять ноги, чтобы дотянуться до воды. Садись
на место. А что у тебя с животом? А что, не видно? Он как пузырь раздуло уже. Откуда я знаю, что у меня с животом растет почему-то? Я хоть кушаю, я мало. Паш, ты любила? Ручки ладил, да, массажи делал. Не, я тут ни при чем. Странно, конечно, как-то он у тебя выглядит, Аня. А тебя случайно не подташнивает? Меня вчера целую ночь рвало и сегодня рвало. А сегодня мне еще захотелось, знаете чего? Горчицы с конфетой. И все-таки нашла. Паша, а ты ничего не хочешь мне сказать? Что, про жирафа? Не, Паш, про Аню. Что про Аню? Я про жирафа слушаю. Ну, я, конечно, думаю, что это не ты. Это все твои мусорки да трубы. Я сейчас скажу медпункт. Кое-что мне нужно там взять. А вы тихонько сидите. Ну что, Анечка, нагулялась? Нашлялась? Или тебе кто-то помог? Знаешь, Лера, нельзя быть такой жестокой к людям. Я вон вообще вот как могу выживаю. Кстати, не хочешь меня сапожки купить? Ань, это же сапожки моей тети. Как ты их можешь продавать? А что мне остается делать? Вон твоя тетя меня выгнала и все. А что мне делать? Вон я сапожки продаю. И вообще, она мне их подарила. Ну так что, будешь брать? Дай позовите. Вроде нормально. Ну, короче, денег у меня нет, но могу на шоколадку поменять. Давай. Лера, блатные на каблах не ходят. Как ты в них собираешься драться? Слышь, хомяк, а я каблуком в глаз дам и все. Спасибо. Ладно, сапоги взял. Да, Влад, учись. Не, ну отличненько, нормальный подгон. Лучше в кроссах ходить. А ты зимой в кроссах ходить будешь? Нету, Анжела Николаевна, на месте. Лера, а почему ты в моих сапогах? Классные сапожки, Валентина Ивановна. Я их Ване купила. Кстати, за шоколад. Значит так, Лера. Эти сапоги ворованные. Давай, снимай, быстро мне на стол положу. Аня, я так подумала. У тебя все симптомы на то, что ты беременна. Не хочешь мне ничего сказать? Так я от Паши беременна. В смысле от Паши беременна? Когда вы успели? Ну да, тетя, это правда. Паша, да как ты мог? Ну боже, ты же еще маленький. Это все ты, пробуседка. Валентина Ивановна, так что я? Возьмите меня домой к себе, брат. Это же ваш внук, а мне тепло надо. Да какой внук? Я вообще не знаю, кто там и от кого. Нет. Тетя, давай заберем Аню домой. А вдруг она заболеет, еще и ребенку плохо будет. Нет, мне не нужны. Непонятно кто и непонятно с чем. А так, Валентина Ивановна, значит, мы с вашей Митей идем на мои трупы. Паша, собирайся. Собирайся, правильно. Мне не нужны такие позорки для моей семьи. Давай быстрее, мне так волноваться нельзя. Вот это поворот! Офигеть! Минус два из банды! Не расстраивайся, будешь теперь одна. Ты будешь со мной. Да не прыщ, я еще не перешла.
Да не ссы! Ничего я тебе делать не буду. Слышь, ботан, жучков хочешь? Да, а каких? Да что непонятного? Всех! Любых из самых классных жучков! А знаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы их получить? Что? Есть одно условие, ботан, если ты будешь в моей банде, понятно? Извини, Дарина, но я с Лерой. Ботан, слушай, я теперь в Дарине банде. Она говорит, что она побьет Леру. Прикинь, она мне булочки подарит. То, что я ей в банде, ботан, соглашайся, давай. Дарина, это что, правда? Конечно, правда. Ну так что, ботан, ты теперь со мной? Да. Молодец, правильно мыслишь. Тоже боюсь. Пойдем. Ну что, банда, круто я нарисовала? Ага, Дарина, очень похоже. Влетит тебе, Дарюсик. Ботан, ты когда запомнишь, я тебе не Дарюсик, я хомяк. И вы хомяки. И теперь запомните, вы со мной на сетке за меня. Понятно? Понятно, понятно. Против стрелок, но я позову папу позвать. Мы сами все решим! Дарина, а вот я не поняла, ты что, заблудилась? Вали на свое место! Слышь, как там твоя банда называлась? Блатные. Блатные? Да. Ну все, больше этой банды у тебя нету, они все за меня. В смысле? В коромысле! Пацаны, а я немного не понимаю, что за приколы. Дарина просто много всего обещала. Ну вы, сыкуны, продажные. Добрый день, дети. Добрый день. Я не поняла, это что за шедевр, ребят? Дарина, это твоя работа? Ну да, Валюха, моя. А что, правда в глаза режут? Это, конечно, переходит все границы. Права быстро ноги скуты. Я, конечно, подтверждаю. Мне психолог сказала, что... Это переходной возраст у тебя. Но если это не закончится в ближайшее время, ты уходишь в интернат для трудных подростков. Поняла меня? Поняла, поняла. Покривляйся мне здесь. Увидишь, что потом тебя там ждет. Это тебе не наша школа. Итак, кто там дежурный, быстренько убрали это с доски. Дежурная я, но вот это я вытирать не буду. Пусть эта кобыла поднимается и идет вытирает. Я вытру Валентина Ивановна. Вали, предатель. Данище. Давай быстрее, Денис. Нету наших без места жительства. Кстати, вы представляете, а Павлушенька-то дома не ночевал. Логично, не ночевал. Вы же его выгнали. Небось, ночуют с этой вонючкой. Валентина, так Аня беременна, а Пашек не ушел. Ей помогает. Да какая она беременна? В живот себе что-то напихала и ходит. Так где же начни его? Валентина, можешь сесть на место? Садись на место. Кстати, Павлушенька случайно не с тобой был? Вообще-то со мной. Мы вольно трупа хорошо устроились. И коробку от холодильника получили. Мы с пацанами договорились, и они нам отдали просто. Бутылки вон собирают, деньги зарабатывают. Валентина Ивановна, а как вы могли такое допустить, чтобы Паша жил с этой чмошницей на мусорке? Вообще-то не на мусорке, а в коробке, на трупах. И вообще-то у нас там есть туалет со шторками, понятно? Так, подробности потом. Хорошо, раз вы живете вместе, где же он тогда есть? Почему его нет в школе? Так на работе, Валентина Ивановна. Кушать что-то же надо. Ну вот мне и ребенок. Слышь, Алька, если у вас там все хорошо, может, ты обратно ко мне в банду вернешься? Кстати, я знаю, где есть детская кроватка. Нет, Дарина, мы не пойдем в твою банду, потому что мне как-то надо семью прокармливать. Вон Паша на работе сейчас, а ты потом потребуешь деньги в свою банду. Нет. Ну и ладно. Не сильно-то и хотелось с вонючками общаться. Дарина, да прекращай ты же со своими бандами. Тебе ясно сказала, ничего подобного у нас в классе не будет. Понасобирала, как не бандиты какие-то, так бомжи. Давайте, доставайте тетрадки, у меня просто уже нервов на вас не хватает. И она тоже учится. А социальная служба за тобой придут. Дарина, хватит сидеть выделываться. Давай быстренько достала тетради. Я с пустыми руками пришла. Итак, дети, каким растениям не нужна почва? Для жизни растениям необходимы вода, углекислый газ и солнечный свет. А что делать травянистым растениям, живущим в тропиках, где из-за буйного роста деревьев даже в солнечный день царит полумрак? Конечно, переселяться поближе к свету вверх на деревья.
Здравствуйте, тетя, можно войти? Лушенька, до чего ж ты докатился? Сама виновата, тетя, выгнала меня. Вот так что теперь я живу сами в коробке. Так что, можно мне сесть? Пипец, вот это прикид, Яру! Павлушенька, ну боже, так одет, ты же страшненький. Я же пошутила, когда тебя догоняла. Тетя, отстань. Ну что значит? Ну все, я теперь живу сами в коробке, ты сама в этом виновата. Поговорим потом. Ань, я тебе еды принес. Класс, я очень сильно хочу кушать. Я авокадо. Нормально, так жрачки-то насобирал. Влад, тихо так! Нельзя смеяться с таких людей. Давайте быстро обедайтесь, а с тобой, Павлушенька, после уроков поговорим. Ой, итак, ребята, так что же у нас растет без корней, без почвы? Дарина, давай. Валюха, что тебе давать, конфетку или семки? Получишь ты у меня и конфетку, и семки, и кое-что другое. А сейчас я помолчу, конечно. Итак, это лианы, орхидеи, как мы знаем. Эти переселенцы совсем не вредят деревьям, так как питаются дождевой водой. Ладно, это уже потом, потому что у нас еще много чего. Дальше, смотри, мандаринка. Еще хорошая, ну тут... Нормально, нормально, ты чего? Ну, капуста. Знаешь, я как раз борщик сварю. Да, отлично. И самое главное, десерт этого дня. Вот. Блин, круто! У нас же станет. Орхидеи идеально устроены для жизни на дереве. Толстые корни этих цветов усеяны множеством отверстий для впитывания дождевой воды и питательных веществ. Восковая поверхность их толстых листьев помогает задерживать испарение влаги, а стебли некоторых видов внутри полые, что позволяет хранить запас воды. Валентина Ивановна, я, конечно, извиняюсь, но можно больше, чтобы эти бомжи здесь не ели? А то это гнилая капуста, воняет на весь класс, ну задолбали уже. Я с тобой полностью согласна, но это временно. Вот Павлушенька сейчас одумается, вернется домой, я его отмою, согрею, блинчиков тепленьких приготовлю, и все будет прекрасно. Нет, тетя, так не будет. Я не буду возвращаться домой без Ани. Ах, так? Ну ничего, вот посидишь месяц ты на этих трубах. С вонючими, грязными, без туалета, без чистой постельки пахучей, без вкусного борщика. Тогда сам прибежишь домой. Валентина Ивановна, вообще-то он никуда возвращаться к вам не будет, потому что я сама могу борщ выставить. И ему со мной хорошо, лучше, чем с вами. И вообще, Пашенька еще должен зарабатывать нам на жизнь как-то. Поэтому мы уходим. До свидания. Собирайся, Пашенька, мы уходим. Тебе еще нужно на клетке работать, ты помнишь? Да, конечно. Сложишь? Всего бомжары, свили себе голубки гнездочко. Там кто-то в теремочке живет. Кто ломится? Паша, просыпайся, к нам кто-то в дом ломится. Что, тебе что-то приснилось? Да нет. Пожар! Нет, главное, блин. Ах ты, дура, дубарила!
класса или что? Зачем ты это делаешь? Давай подавай, не сам наклоняться. Аня, что ты там развонялась? Иди в школе спать, идите вон на свои трубы. Не твое дело, где надо спать. Сама живешь теплее, обуваешься нормально. А мы, посмотри на нас вообще. Паша, разберись с ней. Дарин, что вообще обалдела? Сама в тепле живет, а мы что? Дай нам хоть поспать. Давай, обуй меня, пожалуйста, не тяжело. Возомнила тут непонятно что себе. Королева нашлась. Эй, Анька, говори, ты не заговаривайся. Я ведь просто пошутила. Ты дебилка, и шутки у тебя дебильные. Паша, давай быстрее. Ну, что ты стоишь, я не понимаю. Я же должна это все сама делать. Ты как мужик, ты должен хоть что-нибудь сделать. Сейчас, да? Завтра, там, успокойся. Ну, так давай. Ну и запашок от вас. Вы бы хотя бы сначала пошли бы умылись, зубы почистили, а потом бы уже жрали. То воняет от вас. Дарина, мы сами знаем, что нам делать. Это не твое дело. Все, Паш, давай, я хочу кушать уже. Давай как нормальные люди поедим, пожалуйста. Идем как непонятно кто. Специально. Все. Идеально. Да. Это наборчик мы оставляем. Всем привет! Привет! Да. Ой, сидят! А можно немножко похавать? Нет! Ой, ну и ладно! Там дару мало. Паш, ты так мало стало. Ань, я каждый день из этой бутылки зарабатываю, добываю еду. Ты слишком много ешь. Я слишком много. Тихо! Я слишком много ем. Тихо. Я беременна. Я за двоих ем вообще-то. Или такой жирный, или шестой ребенка. Значит, я вообще есть больше не буду. Понятно тебе? Да за целых троих. О, смотрите, все семейные мелодрамы. Не вставляй своих 5 копеек. Без тебя разберемся. Паша, а значит, за троих я ем. А ты забыл, кто тебя пригрел? Кто тебе еду, блин, учил добывать? Ты забыл это все, да? Да я вообще из-за тебя от тети ушел. Потому что ты меня любишь, понятное дело, ты ко мне ушел, не с этой жить, блин. Ну так я же ушел ради тебя, тетя. Да, конечно, ты меня научила. Я беременная, Паша, ты этого не понимаешь или что? Я тебя прошу, блин, такие банальные вещи, а ты этого даже сделать не можешь. Я даже заикаться начинаю, у меня с тобой нервы просто не выдерживают жить, понимаешь это или нет? Семейная парочка, вы что-то короче, вас на всю школу слышно. Лера, ты представляешь, этот кофейный зал не жирный, а я не жирная, я просто беременна. Ты понимаешь, я хочу нормально покушать, а у меня всякую траву носит. Что мне кушать? Мне мясо нужно, колбаса для ребенка, понимаешь, да. Это для меня. У меня нет возможности тебе что-то купить. За деньги купи, денег, заработай. Офигела, какая колбаса, какие сосиски. Мне для ребенка надо, не для меня. Господи, ты посмотри на Пашу, он уже синий-зеленый. Слышь, поесть травы побелее, наверное. Я зеленый вообще-то. И я отвлекаю сделать все, что хочу. На вау, Паша! Покушай, ты тоже на скелета похож. Мне давай! Ой, какая ты добренькая, сама помощник пожалела. Слышь, коза, а что ты тут на моей парте устроила? Тебе что-то не нравится? Да, не нравится, встала и поубирала. Не буду, мне так все нравится и устраивает. Слышишь, давай быстро встала, хомячиха дебильная, и поубирала, налускала. Тут иди на свою парту и на мусоре. Так я с Ланом сижу, не с тобой. Так срулила Лана на парте. Сижу уже. Встала и поубирала. Тебе семечками угостить? Рот, открой, хомячиха дебильная. Убирайся. Я сейчас свою куртку уберусь. Ты, блин, давай быстро. Боюсь, боюсь. Пошли ко мне, Ванда. Слышь, коза недоделана, встала, подняла свою жопу и начала убирать здесь. Слышь, ты что, рамсы попутала? Пацаны угощают. Да, мы с Эмико вообще-то. Понятно, трое против одного, поэтому притихни-то. Слышь ты, очкарик и балабол недоделанный, вы посмотрите, с кем вы связались. А ты свой рот закрыла, поняла? А то проблемы будут. Слышь, ты кому рот закрываешь? Я сейчас папу позову. Да успокойся, сами с этой недоделанной разберемся. Слышь, хомячила, последний раз тебя предупреждаю. Или ты затыкаешь свой рот, или у тебя будут огромные проблемы. Ты меня поняла? Слышь, я сейчас проблемы буду. Сейчас получишь. Слышь, ботан, ты меня уже выбил. Да сам уже, просто пришлось. Слышь, не боись. Слышь, ты шо, съемки? Да место встань. Давай! Нечего наблюдать на мои!
меня внутри красава! Кто здесь самый главный? Кто здесь старша? Ты! Слышите, бабжи, я вас не слышу! Ну ладно, ты старше. Вообще нам все равно. Реально, мы в этом вообще не участвуем. Да, все меня поняли. Завтра все мне приносят деньги. Вы по сотке? Ладно, вы по 50. Базара нет. Слушай, 50... Это 100 гривен. Ты знаешь, что мне придется бутылок собрать? Да мне насрать! Так что здесь происходит вообще в классе? Я не поняла. Она меня била, угрожала, обзывала плохими словами. Значит так, Дарина. Было последнее предупреждение. Раз ты не понимаешь, переезжаешь в другое место жить. Слышь, Валю, я ничего не боюсь. И Валюха тебе расскажет. Ты знаешь, что такое ИТК? Ребят, пишите мне письма мелким почерком. Вернешься ты и поспишь. От вас письма тоже жду. Не блатная. Что такое ИТК? Ладно, так дало нельзя подробно. Что вы, дебилы? Думали, что все так просто, да? Вы видели, как я вашу Дариночку сдыхалась? Видели? Теперь я здесь старше. И носить вы мне будете по 200. Поняли? Я бы не вернулась так быстро. Я сбежала. В общем, у меня тут к вам дельце есть. Я поживу у вас в хате. Только вы меня никому не палите. Ок? Ну как бы нам и самим места мало. Паш, что скажешь? Нет, ну если у нее деньги есть, еду покупать, то пусть поживет. Бабосов пока нету. Но скоро найду. Не кипишуйте, вы же меня знаете. Давайте, вы на уроки, а я в хату. Мне кажется, она нас обманет. Ну что мы можем сделать? Она с колонии сбежала. Ну я ее боюсь. Ну, будет видно, вдруг она реально принесет. Ладно, давай жить. Слышите, братва, может вы хавчиком поделитесь? Вообще-то я со вчерашнего дня нифига не хавала. У нас все не свежее. Ладно, понятно. Сейчас придут еще те два, может у них что-то похавать будет. Привет, что уже не светит? Идет, Денис, идет. Там ничего нету, понял? Батан, батан. Что? Там Дарина. Где? Да нигде. Сиди. Паш, у нас уже два дня не было свежей еды. Ну а что я сделаю? Так на улице холодно. Я могу отравиться, ты это понимаешь? Ну так люди уже нормальную еду так-то не часто выкидывают. Ну попробуй где-то найти. Ну попробую. Хорошо. Корми меня. Блин, Паш, надоел эту шоколадку. Хоть бы мясо, хоть кошачьего корма бы. Ну я постараюсь найти, я не знаю, как это сделать. Старайся лучше. Всем привет! Вы бабло принесли, бомжи? Нет, у нас нет денег. Понятно, что после уроков были!
А вы, бывшие хомяки, где деньги? Мне мама сегодня на булочку не давала. Значит, поставлю тебя на счетчик. А ты, где деньги? Денег нету, но я знаю зато один секрет. Да мне пофиг на твой секрет. Я спрашивала за деньги, чтоб на следующей перемене были. Где хочешь, там и бери, но чтоб были. Пипец, мало нам одну, еще вторая приперлась. Что нам теперь делать? Не знаю, что делать. На трубы опять пойдем. Что вы там шепчетесь? Несчастная. Лер, ну просто с парты сидеть, короче, разлаживаться как бы. Ты еще здесь? Иди бабки собирай. Сиди тут, сиди. Нифига себе, место мое заняла. Сидит, блатует. Значит так, Паша, на трубы я идти не буду, ясно тебе? Ну а что я могу сделать? У нас выбора нету. Вот именно, что ты вообще ничего не можешь делать. Ты даже еду нормально купить не можешь. У тебя вообще денег даже нет. О чем может идти с тобой вообще разговор? Ладно, я хотел на день рождения подарить, но... На, держи. И что мне с ним сделать? На голову себе надеть? У меня даже расчески банальной нет. Ты это понимаешь, куда она шапка идет? Ого, красиво, забери это. Не нужно. Так, хорошо. Сама здесь разбирайся. Выпали. Ой-ой-ой, какие страсти. Ну ты, дура, выгнала, теперь сама себя будешь жрать, куда бывает. Не твое дело. Лера, Лера, можно твоей банде вернуться? Ну если ты мне будешь деньги носить, может быть и вернешься, а сейчас нет. Ну я постараюсь, постараюсь. Ботан, завяжи шнурок нормально. Ну это же не культура. Делай давай. Всем привет. О, Анька, ты еще не родила? Ленка, что ты так села, как пацанка? Наплевала тут? А, ну да, тебя не было. Короче, объясняю, а ты запоминай, объясняю вкратце. Я здесь главная, пахан, а ты мне будешь бабки носить, понял? Да понял, понял. А где хомячиха делась? Короче, Валюха ее заслала далеко и надолго. Меньше текстов, бабки гони. Знаешь, Лера, бабок нету. Не, ну вообще меня все сегодня расстроили. Значит, да, все на счетчике, понял? Пипец, меня день не было, уже всех под себя подминают. Привет. Привет. У меня с тебя такой разговор. Короче, я уже задолбала жить вон там, вот в домике. Пустишь меня к себе? Пожить? Ну, Аня, ты что, сдурела? Иди на трубы живи, спи с бомжами. Ну, да, Дим, ну, пожалуйста. А я тебе за это кое-что дам, если ты меня пустишь немножко к себе пожить. Сейчас. Смотри. Золотое? Да, только тихо. С бриллиантом. Да, самое настоящее, дорогое. Ну, хорошо, ладно, давай. А что ты там ему на нычку показываешь? Мне тоже покажи. Да. Сидите как крысы. Покажи, Эль, то же она сказала, да, показывай. Перчатки ему показываешь, что мне драные пальцы мёрзли. Вот, замёрзли. Сонька, давай иди, иди, иди. Давай, потом. Короче, выходи, Таня, ты без меня тут такой беспорядок. И так жрать хочется. Добрый день. А Павлушеньку где? Чего одна сидим? Я с Сашем Павлушенькой поссорилась, не знаю, где он. Ну, слава богу. Одумается, уже домой вернется. Живет непонятно где. Я не поняла, это что такое? Одно отправила, вторая появилась? А что, не видно? И вообще никогда второй не была, я всегда была первой. Да-да, была первой. Да мне все равно, какая первая ты или вторая. Быстро это убрала и села нормально. Готовимся все к уроку. Валюха, а ты если будешь много разговаривать, будешь мне бабки платить, понятно? Что? Да как ты вообще смеешь? Да ты знаешь, что учителя это самая малооплачиваемая профессия. Я вообще на копейки живу. Беда! Иди урок веди! Да ты вообще уже... Вот это она оборзела. Доставайте тетради. Валюхи бабки будут брать. Валентина Ивановна, мне кажется, что они с вами очень грубо разговаривают. Одна была, слава богу, ушла, теперь это приперлась. Так нельзя разговаривать. Слышь ты, выскочка, будешь много болтать, и тебе ставку удвоим. Будешь в два раза больше бабок хотеть, понял? Да понял, я понял. Стопэ, неси сюда, что там достал. Да это не тебе вообще, это Валентина Ивановна. Валентина, я вот нашел в классе, может это ваше? Да.
боженьки, а я же его ищу, смотри, у меня же набор. Видишь, сережки и кулончик. Точно похоже. Где он там? Есть, вот, смотри, точно такой. А я думаю, куда пропал? Из сейфа, главное, пропал, а ты в классе нашел. Умничка, я тебе поставлю 12 баллов, девочка. Спасибо. Садись, садись, умничка. Че сидим, достаем тетради. Слышь ты, чепуха, ты мне еще за кольцо ответишь. Ты не туда кольцо отдал. В смысле не туда отдал? Лерочка, это мое кольцо, это мой набор. И случайно она пропала. Как так можно вообще говорить? Давайте уже, начинаем урок. Было твое, стало мое. И вот это вот второе колечко тоже с пальчика сними. Смотри, Лера, а то одна уже дотренделась. Поедешь следом, в колонию. Привет, тетя, можно войти? Полушенька. Я слышала, ты с Аней поругался. Пойдем сегодня домой. Нет, тетя, у нас тут ребенок. Если хотите, чтобы я переехала обратно домой, забирайте нас двоих. Нет, Полуша, я ясно сказала. Или ты один, или живи. Все равно вернешься потом. Садись уже на место. Давайте уже начнем наконец-то урок. Ну что, еда? Меня сегодня кто-нибудь вообще слушать будет или нет? Нет, никто тебя слушать не будет. Значит так, терпение мое лопнуло. Я иду к психологу. Ты еще договоришься. Наконец-то. Значит так, слушай меня внимательно. Сейчас начнется перемена, и вы начинаете шуршать в поисках денег. Ясно вам? Если денег не будет, вам будет кранты. Понятно? Нет, непонятно. Я только за порог, ты сразу свои правила здесь поустанавливал. Шестерок моих себе загребла, бабки с них берешь. Слышишь, дорогая, твое время уже давным-давно прошло, поняла? Не поняла! Смотри, это все, вот этот, вот этот, вот это, и вот эти бомжи, они все мои рабы. Это ты, смотри, это мои рабы. А я не могу понять, вы что про меня забыли? Да нет, не забыли, просто когда тебя не было, вот она нас все заставила. А от тебя бы мы никогда не отказались. Молодец! А ты чё молчишь, шестерка голимая? А я что, Дарин, я же за тебя. Я вообще никому не сказал, что ты там сидишь. Молодец! Так это вот какой ты мне секрет хотел рассказать. Так чё ж не сказал? В смысле? То есть ты это все-таки хотел рассказать? Да, он хотел тебя сдать, как поганая крыса. Нет, я пойду деньги собирать, да. Вали, вали! На двоих теперь собирай! Девочки, может, хватит уже? Побыли же этими пацанками, поприкалывались, хватит уже. А чем-то я без кляпа голосок слышу. Команду голос не давали, и мы сейчас тебе наваляем. Вдвоем, да? Все, молчу, как хотите, это ваше дело. Ботан, а че ты там притих? Да слушайте, вы мне уже достали, у меня ребенок пинается, можно помолчать хоть раз? Слышь, бомжи, мы про вас не забыли, если что. Идите вон бутылки собирайте и сдавайте их. Давай, бегом, погнали. Да я сейчас знаете что? Что? Ничего. Ты нормальный вообще? Да что я сделал? Задолбал. Значит так, все начали быстро шуршать и искать деньги на двоих. А мы с хомяком идем в кристаллик. Погнали. Слушай, Паша, мне кажется, ты стал секундом таким. Ты мне даже с ребенком защитить не можешь. А что будет, если мы на трубах нам пристанем какие-то бомжи? Ты тоже так делаешь? Я. Ой, ничего, да? Слушай, Ань, ты меня уже сдолбала. Наверное, к тете вернусь. Никуда ты к ней не вернешься, только если со мной. Потому что я на тебя в суд подам, понял? Не надо. Все, я все понял. Поэтому молчи, защищай меня с ребенком, ясно тебе? Да, все, я понял, хорошо. Хомяк, только ты это, смотри, не жульничай. Конечно, не буду. Не на ту напал. Давай. Куда ты гребешь? Складывай. Что? Где собираешься бабки брать? Не знаю, у мамы возьму. Ты что, дурак? Есть идея. Можно пойти к борцам в сердце и сказать, чтобы они им наваляли. Ну, давай. Так как пойдешь, ты будешь спрашивать. Да, я боюсь, не хочу. Сыкло. Давай. Что там за кипиш, потише? Вы нам как бы мешаете, Дим, у тебя проблемы. Да не, то у ботана. В смысле, это все он. Он вообще, знаете, что сказал? Он сказал, что пойдет все, кто боксеров, чтобы они вам наваляли. И чтобы он вам не давал деньги. А я дам, я возьму у мамы. Молодец, ботан.
Да, кассу постоянно пополняли. А ты что там, Дима, про нас говорил? Слышь, Дим, за базар свой отвечает нужно. Короче, вы меня задолбали. Сейчас двоим наваляю, тебе и тебе. Задротки вы. Слушай, Дима, а ты страх потерял или быстро бегать умеешь? Ты что, за базаром следи? Так, слушайте, сюда двоем меня. Ты чё, вообще вы уже? Вы меня вдвоём задолбали. Еще раз такое повторится, выхватите вдвоём. Да. Пошли. Так-то лучше. Слышь, хомяк, у меня такое ощущение, что она нам больше платить не будет. Блин, нифига себе, он мне за шиворот взял. Мне тоже. Ну ничего, мы потом всем разберемся. Ну ничего, как разберемся. Тима, красава, ты наврёшь. Сейчас и тебе наврю, все. Вот. Смотрите, Валентина Ивановна, Регина вернулась. А как ты сбежала? Там что, охрана плохая? Валь, за хорошее поведение меня вернули. А ты что, не рада меня видеть? Видите, они с нас деньги требуют. Значит так, поедите теперь к обе. И не туда, где была Дарина, а в другое место, похуже, понятно? Ой-ой-ой, у кого такой тоненький голосочек? Короче, Валюха. Ты нас уже задолбала. Ты будешь так же сам оплатить деньги, как все. Только поняла? В тройном размере больше. Я пошла. Да, и вообще, мы с раскомандовались. Тут мы никуда ехать не собираемся. Деньги будут постоянно. И сильника деньги будем брать. А куда? Куда? Открывай! Открывай! Полицию я буду вызывать на нас. Да нам все равно полицию. Ничего еще придете. Конечно, мы у всех попросили 300 гривен каждый. Слышь, иди бомжи побрей. Ща. Короче, хомяк, они нас киданули, свалили с вещами. Пипец, что делать будем? Никуда они не денутся, ты видел, какая на улице холодрыга? Сейчас придут. Наверное, бабосы для нас собирают. Так а что, пока мы их будем жать, что без бабосов будем сидеть? Чего без бабосов? Давай Валюху побреем. Слышь, хомяк, да ты башка, сейчас быстро прочухаем. Давай, ой, только там хорошо шуршит. Да то понятно, понятно. Нет, тут одни тетрадки и папки. Да нет, хомяк, она походу все папки с собой носит. Ты просто плохо ищешь. Вот я сейчас пойду и сразу все ее бабосы найду. Да, покажи мастер-класс. Ну что? Да, сегодня и правда не наш день, я говорила. Слышь? А пойдем на вход у всех бабки стрелять. Точняк, погнали. Стопэ, Валюхе письмо напишем. Валюха, не ссы. Да, точняк, Бог. Да. О, стопэ. Ну, а теперь пошли бабки стрелять. Погнали. Погнали. Димон, ты видел, они бабки сбивают. Да видел, конечно. Я им ничего лично платить не буду. А это с бандитом был нефиг. Я их еще больше сам бит этой набью. Ё, они на хорекали. На валюбнисы. Ботан. Давайте сейчас проберем и приукрасим. Погнали, ставь елку на стол. Ну что, давай наряжать? Да нет, ботан маленький, ботан будет наряжать. Ну ладно. Спасибо, будем класс украшать. Да. Ботан, ты маленький, ты украшаешь елку. Да, хорошо. Пацаны, я не понял, а чем я буду елку украшать? Вы все игрушки забрали. Так иди и возьми. Так это твое.
Вот это наше. Так, пою. Все, все взял? Так, нет, подожди. Вот. Все, в принципе, хватит. Ну все, давай, иди, иди, вот так. Боже мой, вот, на, держи, все. Все, все, так. Давай, пошел, пошел, давай, давай. Димон, прикинь, я же тупой свой с банк, потому что они так задолбали деньги, просто даже у других даже просят деньги. Понимаешь, по 200, по 100, что делать? Ну, мне кажется, надо идти Валюхе говорить, чтобы она ментов на них вызывала. Димон, что, Валюша на Дарину вызывал, и что, она с отказ сбежала, понимаешь? Я с вами полностью согласен, Дарюсик уже не такая, как раньше, я вот не хочу уже с ней больше встречаться. Дарюсик с тобой уже давно не встречается. И только бабки нужны, и все. Я думал, у нас не любовь, она не такая, как я представлял. Ботан, а какой ты себе ее представлял? Она с тобой встречалась ради шоколадок. Явились. Ого! Ничего себе! Боже, посмотри, у нас теперь дома елка есть, украшенная везде. О, очень красиво, кстати. А ты мне что-то на Новый год подаришь? Конечно, очень большой сюрприз будет. Класс! А, мальчики, пожалуйста, украсьте наше дерево. Прошу. Аня, сегодня я сделаю, что это мы делаем для вас. Мы делаем это, во-первых, для Валентины Ивановны, а для вторых для класса, чтобы было очень красиво. Блин, ну Дим, ну Димочка, ну пожалуйста, ну украсьте нас здесь вот пальмочку нашу. И вот это вот украсьте. Пожалуйста, ну, Дим, я тебя очень прошу. Если это твой дом, иди сначала к Арчейке. Убери, а потом поговорим. Все, давай, не мешай. А это что вообще? Это опять же ненормально сюда пришли. Как обычно. Как всегда, и все, и на стул, и на стол наплевали, блин. Все, вообще ненормально. Пацаны, все, я закончил. Смотри, как круто получилось. Ого, классная елочка. Не фиг стоять, иди сюда, к нам помогай. Вон в том углу. Вот туда, туда. Паша, а ты там про какой-то подарок говорим на Новый год? Ты можешь мне его сейчас дать? Ну просто у меня терпения уже нет. Ну это же Новый год. Ну, Паш, ну пожалуйста, ну я тебя прошу, умоляю, ну достань его сейчас, я хочу его очень сильно увидеть. Нет, это на Новый год. Ну, Паш, ну пожалуйста, ну я тебя умоляю, ну достань его сейчас. Ну ладно, раз ты так просишь, хорошо. Да, давай. Вот, это браслет. Блин, Паш, спасибо! Он такой классный! Паша, спасибо большое, спасибо! Боже, я так рада, Паша, спасибо! И что, тебе нравится? Очень сильно нравится, у меня прям руки трясутся, Паша, спасибо! Но, Ань, это не все. А что еще? Ты что-то еще мне подарил? Ань, ты выйдешь за меня замуж? Конечно! Паша, я выйду за тебя замуж! Паша, это вода? Да. Давай я... Оно очень красивое, я специально для тебя подбирала. Помочь? Да, вот так вот? Все. Боже, спасибо большое, я выйду за тебя замуж! Я вас искренне поздравляю. Добрый день! Добрый день! Какая прелесть, как красиво! Это я все украсила. Ты молодец просто, Денис. А елочка, ну просто прелесть. Это я тоже украсила. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Ну прям золото. Спасибо. Прям молодец, молодец, молодец. Мне очень хорошо и приятно. Эй, потом ты вообще охренел. Вообще-то я елку купил. А я тоже купил. Мы все вместе это наряжали. Мы еще будем дождиком елку украшать. Валентина Ивановна, там же Валентина тоже. Да молодцы вы все. Ну большое спасибо. Садись на место. Молодцы, молодцы, мальчики. Дождик, наверное, давайте чуть попозже, потому что доска грязная. Итак, что, нету наших этих, да, подсамок? Потому что я уже боюсь даже через центральный вход ходить. Видела, стоят там, деньги выбивают из детей, из учителей даже. Валентина, вот это вот да. Мы тоже вот еле-еле от них отделываемся постоянно. А вот сегодня вообще через котельню шли. Кстати, Валентина Ивановна, у меня есть очень хорошая для вас новость. Паш, можно я скажу? Ну, говори. Паша, меня послал замуж, я буду выходить замуж! Павлушенька, ну как бы, ну, одуматься надо было уже. Какое замуж? Анечка, нет, я против. Тетя, уже поздно, у нас очень хорошие отношения, а еще у нас будет ребенок. Да. Но я предупреждаю, что я все равно вас не буду забирать домой. Имейте в виду, пусть, Анечка, твои родители забирают вас. Я думаю, пора уже с ними помириться. Правильно, Валентина Ивановна, хай они отсюда валят, от них воняют, живу тут уже, делать вам нечего. Домой иди быстрее. Чего ты вообще на меня орешь? Дима, да. Ты что кричишь на мою будущую жену? И беременную, тем более. Вообще-то это Валентина Ивановна все виновата. Я думала, что...
Аня, говорю последний раз, я вас забирать не буду. Ты к своим родителям идешь, а ты, Паша, будешь возвращаться к себе домой. Понятно? Тетя, я тебя понял, что вы очень жестокая и злая. Паша, не уезжай никуда. Я никуда не буду уезжать. Опа! Привет! Ну че, бабосы готовы? Или вы думали, мы не заметим, как мы через котельню прошли? Или кто-то через черный вход? Ну че сидим, деньги достаёшь? Валюха, ты деньги тоже готовь. И как тебе письмо наше, понравилось? Какие бабосы, девочки, и никакое письмо я не читала. Че ты там за елочку прячешься, бабки доставай? Давайте, все, пошевеливайте. Все касается. Девочки, у меня денег нет. Есть книжечка, хотите? Валя, ты шолохов нашла. Нафиг нам твоя книжечка? Вон почему люди по 4 класса учатся уже умные, с деньгами. А мы что, проучились, ни денег, ничего нету. Ну, девочки, я же хотела как лучше. Я хотела, чтобы вы были умными, образованными. А вот это, что вы говорите, это плохие люди. Они где, в тюрьмах все? И вы туда попадете, если не будете слушаться. Слышь, ты что, нас тупыми обозвала? Короче, Валюха, готовь бабки, и ты сейчас пиздой по спине получишь. Даже не посмотри на то, что ты старше. Давай, ну ты туши. Девочки, у меня деньги в учительской. Да побежала, побежала. А вы эти сидите, бабки готовы. Куда? Понятно. Тебя трогать не будем. Ага, попробуй. Пацан, ешь красиво, понял? Да, ты аккуратно. Да знаю. Все получилось. Подни. Ну, вроде нормально. Так, красиво. Еще куда-то. Ну, все красиво, идем вот там. Давай туда. Что у меня получается у тебя? Это такое. Понятно? Так, давай, куда? Я иди сюда на пальму. Хорошо? Пальму. Давай на пальму. Нормально. Держится? Так, интересно, влечение вам не понравится? Конечно, понравится. Мы только денег потратили. Да. Все нормально, это все нормально. Ты че? Вот. Я все сделаю. Я не знаю, я ничего не сделал. Просто повесил и все. Так. О, все, видишь, сделал. Все нормально. Ничего не трогали. Пацаны, вы ее криво повесили, она сейчас отвалится. Лучше крепите. Сейчас, подожди. Мы сейчас еще один серпотеп повесим, и все будет окей. Ну, давай. Потому что все рухнет. Так, давай, если что, держи. Да, давай, держи. Так, аккуратно. Так. Пока не падает. Все, прекрасно. Готовься. Так. Я отпускаю. Короче, давай ты все на пальму повесим, просто и все. Будет так, красиво. Так, нет, стой. Нет, так нормально. О, а давай на Валентину Ивановну повешаем. Точняк, давай. Спасибо. Не может, а у тебя получается? Нужна помощь. Таких специалистов, как вы, не нуждаюсь. Я справлюсь. Окей. Пошли, ботан. Пошли. Ботан, что ты будешь дарить Валентине Ивановне? Я печеньки. А я шоколадку. Дима, а что ты будешь дарить Валентине Ивановне? Я подарю Валентине Ивановне самый крутой подарок. Реалбокс. А из вас никто не додумался. Реалбокс? Но он же дорогой. Для любимой ученицы такого не жалко. И вообще, у меня будут оценки. Так все, не мешай. Всем привет. 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 Ого, Димка, у кого сегодня день рождения? У кого? Валентины Ивановны. Ничего себе. Блин, Паша, почему ты ничего не сказал? Я не знал. А мы же подарок даже не приготовили. Не буду я ничего дарить, она злая. В смысле я не буду ничего дарить? Ну ты что гонишь? Нет, мы должны что-нибудь ей подарить. Хоть что-нибудь, но мы подарим. Блин, подожди, стой. Дари на свое усмотрение. О, у меня есть духи. Вот духи я ей подарю. Это хоть какой-нибудь подарок. Аня, какие духи? Это вонючий дифлофос. Не думай, дари. В смысле это дифлофос? Вообще-то это освежитель воздуха. И пахнет он как духи. И вообще не лезь в свое тело, понял? Паша, а у нас есть тут? Да, конечно, есть. Хорошо. Вот так, прикинь, они подарили твари дифлофос. Да не обращай внимания, они просто немножко того. Анька, Влад, я правильно говорит, не вздумай дарить дифлофос, им надо только в туалете пшикать. Дима, не лезь не в свое дело. Аня пусть дарит то, что захочет. Спасибо, Паша. Ой, раскрой печенька. Давай, раскрою. Они все-таки невоспитанные. Да идеально, лезь не в свое дело вообще. Добрый день, зайди. С днём рождения!
Спасибо, спасибо большое. Девочка, это ты нарисовал? Да, я. Очень классно. Постойте, еще одну секундочку, это еще не все. С днем рождения, Валентина Ивановна! Вам счастья, радости, здоровья. Это же главное, только она еще сломалась, но ничего, это вам. Спасибо, Влад. Ой, Вик, надо вам печенье, растут чай. Я знаю, что вы очень любите чай. Спасибо, садитесь на место, мальчики. Ой, как приятно, как приятно, что вы... Алена, это новогодний реалбокс. Я хочу вам подарить с днем рождения, всем самого-самого хорошего. Надеюсь, что все, что в нем находится, подойдет. Спасибо, Диночка. Очень приятно. Кстати, я хотела такой подарок. Ну что, садись тоже на место. Что, нету наших пацанок? Ну, слава богу, надеюсь, их где-то прикрыли. Ребятки, так что, может, попьем тигра чаек в честь дня рождения, да? Да, чай. Ну вот отлично. Сейчас я сделаю чай. Только мне, наверное, Димочка поможешь. Хорошо, потому что и чашки, и чайник я сама не донесу. Хорошо, а вы, ребята, ждите. Молодцы, молодцы, только тихо. Богдан, мне понравилось, и мистер Рокудин печалька! Анька, а ты чем Ване духи не подарил? Как тебе разницу, мою духи не подарила? Аня, а чего ты не подарила? Ну, мне кажется, что не понравится запах, и вообще, что они не нужны. Ну, молодец, правильно сделала. Привет, Дуля! Ну что, скучали? Не скучали. О, печенье! Да, надо взять! А это что за рисунки? У кого сегодня днюха? У Валентины Ивановны, а вы что приперлись? Без вас так хорошо было. Владос, а я что-то не вчихляю, ты что, в себя поверил? Все, все, девочки, успокойтесь, мы же знаем, что вы хорошие. Слышь, малой, а ты че лазишь? Заткнись. Я хотел, чтобы слышь, Лерка, подзывь, что там стоит. Не трогайте, это подарки от нас, Валентине Ивановне. Да нам насрать на Валюху. И на вас тоже. Было ваше, стало наше. Идем, отнести коробку. О. Давай лучше похаваем наконец. Ну давай похаваем. Девочки, оставьте все на месте, иначе Валентина Ивановна придет, расстроится, писать на плохие оценки. Да, грешно, положить ее не покупала. Нам похер на ваши оценки, мы не стремимся к учебе, у нас и так все круто. Давай, доставай печеньки. Боже, как они надоели, когда это уже все закончится, держи. Действительно. Ну что сидим с такими кислыми физиономиями? Повеселее, повеселее, кто будет с нами праздновать? Угощайтесь, угощайтесь. Видите, мы справедливые, честные. И кушай, кушай. Хорошо, я покупаю. Красавчик, угощайся. Ботан, они же для Валентины Ивановны. Влад, не умничай, пусть ботан кушает, у нас вообще-то праздник. Убирать давай, сейчас будем коробку распаковывать. Письмо, на это надо. О, что это? О, поп-сок, мне на телефон как раз. Как раз Новый год. Ну, давай, давай. О, заряд. О, все, это мне. Ну это ладно, мне. Хорошо, сейчас что-то себе подыщу такое. О, это... Зинь, Зинь, смотри, что я нашла. Сейчас. О, шоколадка. Распаковываем. Угу. Ты что такое? Это какая-то это точно мое. Ты посмотри, какая офигенная штука. Это зарядка. Ну, блин, ладно, хорошо, в нашу банду поделим. На, грызи. Так, там еще есть. Нафиг оно надо тебе? А мне нравится. Буду на него смотреть. Ну, господи. Что это у меня? Для лица, ну это такое. Вкусняшка. О, вот, а как ее открыть? О, ручки. Слушай, как ее открывать? Ботан, о, смотри, дыр-дыр. Как хочешь. О, конфетки. Посмотри на эти конфетки. Вкусняшка. О, молодожены. Это вам на свадьбу. Нам от вас ничего не надо. То давай возьмем, но ты же скричать, что нам будут. Нет, нам от них ничего не нужно. Я немного не поняла. Вы что, мои подарки не принимать? Я тут от чистого сердца, вы не принимаете? Дарина, нас походу на свадьбу не позовут, да, бомжи? Позовем, конечно. Нет, не позовем. Паша, позовем. Не позовем, потому что мы с такими не общаемся. В смысле? Таких крутых, как я и хомяк? Да мы сами к вам на свадьбу не придем. Понятно. О, Валюша! Давай, давай, возьми днюха! Концерт! Плачет Валя в банкомате, вся в соплях и в губной помаде. Ей сегодня идти со мной, без бабосиков домой. Ей сегодня идти домой, без бабосиков одной. Короче, Валюха, с днем рождения тебя, мы с тебя сегодня бабки сдирать не будем. Так будем, так сказать. Дарина, иди покупай подарок.
А я не понял, это что тут происходит? Ну, мы тут подарки подарили. Ну, распаковали чуть-чуть. Мало ли, что просроченное там все дела. Вы что, обалдели? У нас чей-то подарок. А мы сели вдвоем на гуне. Ненормально. Матильда, проходите, ничего страшного. Ничего, все в порядке. Они почти ничего не тронули. Не переживайте, такого больше не повторится. Двигайся, шпана! Слышь! Ой, все, да. Валентина Ивановна, они всем уже надоели. Мне кажется, мы с ними не справимся. Вызывайте полицию. Тимочка, я согласна с тобой полностью. Просто я думала, мы справимся своими силами. Он переходной возраст у девочек, и они, я думала, станут нормальными. Ну, понимаю, что, наверное, нет. Ой, Паш, мне так жалко Валентину Ивановну. Я, наверное, все-таки подарю ей этот подарок. Давай. Че? Валентина Ивановна, я вам дарю этот вопрос. Я просто, я не знаю. Короче, вас с днем рождения! С днем рождения! Это ваши другие дети! А как же это? Поглуши! Все ясно. Она же беременная вообще! Ань, что происходит? Ты что сделала? А че, не видно? Она тебе ребенка родила. Да помолчи ты! Пошли, я не верю всем! Да вот это вот так! Я не беременна, и что? Ну я просто, я не знала. Она постоянно с тобой была. Ну что ж я могла сделать? Я не могла вообще с тобой никак быть. А я потому что я просто тебя очень сильно люблю. Поэтому я это все сделала. Аня, все, нас больше нету. Я из-за тебя и тетю предал, и бомжевать начал. Все, это конец. Лошадно. Вы все во всем виноваты. И вы, Валентина Ивановна, с отделением, где рождение. Вы все во всем виноваты. Я его потеряла из-за вас. Слышите, пацаны, я что-то не пойму. Это что получается? Пашка Аньку бросил, она, наверное, пошла бомжевать, а он, наверное, к Валюхе вернулся? Ну, мне кажется, чтобы пошел, потому что она его столько раз обманывала. Ты ж нужно вот такое придумать, живот сделать. Угу. Что я любви не сделать? Потому что такой дурак, я бы такой жизни не сделал. Дима, а ты бы такое сделал? Батан, ты что, дурак? Я бы никогда в жизни бы не жил с такой, как Аней. А если бы даже это произошло, я бы для начала бы проявил живот. И подумал бы, что и как. Ну, если бы Дарюсик пришла бы с животом, я бы побоялся проверять. Ага, она бы тебе по ноге постучала бы. И тебе бы тоже. Согласен с тобой, Влад, я уже с ними не справляюсь. Их сейчас бой, а если еще с ними Анька присоединится, то это будет вообще капец. Хай идет лучше бомжует. Больше толку, баб-факта! Попробуй. А у тебя, в смысле, эту бабку? Мы тебя предупреждали? Ладно, давай его сейчас... Оставим! Ладно, Пашка с тобой. Опа-на! А бомжи где? Ха, так Пашок же к Вальке вернулся. Ай, наверное, сейчас на трубах сидит. Точняк, по заслугам. Ну ничего, будем с Пашки бабло трясти. Детки, сколько это может продолжаться? Я вам сказал раз, сказал два. Вы не понимаете. Хватит издеваться над пацанами. А где ты здесь пацанов увидел? Этого или вот этого? Пацаны здесь только мы, с хомяком, пацанки. Понятно, или вам расчехлить? Слышь, бабосики, гоните, еще сидим просто так без дела. Кстати, Дима, ты поменьше за них впрягайся. Ой-ой-ой, а то что будет? А ну сели и закрыли рты двое, муж, а сейчас за шкирки возьму и вытащу за двери вас. Слышь, Дим, ты, конечно, молодец, но ты не забывай, у меня бита есть. Дарина, я тебя предупредил. Хелло! Слышь, корова, подвинь, теперь я здесь главную усекла. Какая я тебе корова? Ты еще вчера тут бомжом сидела, сейчас тут права качаешь. Вчера сидела, сегодня пришла. Слышь, ты неженка, на место уселась, быстро. Сама на свое место уселась, помыла руки свои, убрала. Стопэ, стопэ! Ты че на моего кореша наезжаешь, бомжи? Слышь, хомячий, трофинга в глазах буду, усекла. А ну села, быстро. Сейчас ты сядь. Слышь, не забывай, у меня бита есть. Сейчас эту биту сейчас толкаю туда, куда ты больше не достанешь, ясно? Все, хорошо поняла. А ну, блатная, на пять. Что, привыкайте? Чё дыришь? Слышь, какая-то она слишком борзая стала. Ага, у тебя еще и биту отобрала. Ну, вообще уже с ума сошла. Так что делать будем? Слышь, идейка такая. Может быть, с ней как-то подружимся?
Ну хорошо, давай порешаем. Эй, какая у тебя там кликуха? Давай сюда порешаем по-взрослому. Ну, лиса я. Слышь! Хитрая и увертливая. А что с вами решать? Я здесь главная, все. Что-то она совсем не ведется. Угу. И что мы делать будем? Давай бабки предложим. Ну ты что, с ума сошла? Нам и так бабок не хватает. Ну, а так она все себе забирать будет. Предложим? Ладно, гоу. Слышь, лиса, иди сюда, тема есть. Ну, если тема есть, то сюда идти, и я к тебе бегать не буду. Что-то она слишком борзая. Ну, конечно, со своими там бомжами там научилась. Ну что, пойдем? Ну, пойдем. Лиса, Алиса, короче, тема такая есть. Ты знаешь, мы блатные, бабки со всех сбиваем, под нами вся школа ходит. Да-да. Хочешь быть с нами? 50 на 50. Ой, ну это надо с нами еще переговорить. Пойдем. Ну иди, говори. А то все 100 мои будут. Давайте быстрее. Нагнешь. Так что делать будем? Соглашаться. 50% ей. Ладно, лиса, мы согласны. Быстро соображайте. Слышь, деньги есть? Нету денег. А если найду? У меня нету денег, точно. Пили получше, если найду, понял? Да, у меня их нету. Все проверю. А вы что там сидите? Быстро малого потрясли. Ну что там, денег? Конец у меня есть. Точно? Рюкзак. Точно, да. И рюкзак мне не нужно. Так давай проверим, что ты не сыпь. А, нету? Вот это вот нету? Ну что нету? Загребай себе. Надо себе это вот это вот брать. Там ничего нету больше. Я сама беру. Лучше бы денег побольше взял. Нищеброд. Опаньки, а что это у нас такое здесь? Денег у тебя никуда? Девки, у меня здесь сотка, а вы что с малого надрисли? Вы что вообще оборзели? Оставьте пацанов в покое. Тебя никто не спрашивал, сядь на место. Лиса, короче, он бедный, у него всего лишь двадцатка. Короче, пацанки, с вами не разбогатеешь. Опа, а у нас здесь еще один богатенький Буратино есть. Гой его потрясем, а? Да может не надо, он это, ну... Чё надо. Это? Ты кто? Парень или кто? Быстро давай, взяла и потрясла его. Ты чё охренела? Я тебе не эти лошпеды, я тебе сейчас голову обратно переверну. Ты что сильно умный? А ну иди поподгай. Давай, я тебя сейчас буду. Давай! Ну, где ты? Его держите! Давай, давай! Пошли на борт, посиди! Пусти, пусти, пусти! Держи покрепче! Чё там? Еще денежки! О! Дынь-дынь-дынь-дынь! О-о-о! Так вы что хотите? Сейчас! У него тут столько бумаг здесь! Все-все-все! Нормально так! Эй, да вы что, бабки убрали? Положите на место! Подожди, чего там делать? Да мы стараемся! Сейчас, подожди, тормошим! О! О! Да мы все не разбогатели! А мы вообще в шоколаде! Дзыцка бабла! Все-все, отпусти! Все, давай! И бабки добровольно носил. Ну, это нормально. Девки, по бабке тебе, что сидим? Ну что, давайте делите. Давай. Вот, сейчас еще потан. Ну, это нормально. Капец, все посмотрели. А вы же смотрели, как мы ездили, не могли писаться, я за вас жопу рвал, сыкуны. Ну, мы их боялись. Сыкуны. 531 гривна. Ого, Ань. О, да, вылупилась. Анечка, так ты же почему как бомжива? А ну прикрыти получишь, дурак! Слышь, Валюха, посмотри, как мы разделили баб! И тебя же стрелили! Под дверками быстро поставила бы 20 баб! Быстро! Да, как ты предмет, я... Девочки, давай! Давай, быстро пошла! Нельзя это делать, мне быстро! Ты сама все равно! А мы... Хорошо, сейчас поставлю, Мне 50%, Иван, не забывай. Да все по чести. Алло, алло, полиция? Скорее давай, приезжайте. Школа 54, 8 А, у нас захват. Да, пацанки, школу захватили. И бьют у всех почти. Ага, жду. Быстрее, пожалуйста. Короче, Антина Ивановна, я домой. Димочка, ты там несешь? По караулу. Баба по жене? Thank you.
Паш, тебе капец. Анька стала пацанка, она борзее всех. Понимаешь, они все деньги забрали, даже у Димона забрали. Я вижу. Если так будет продолжаться, я иду с этого класса. Я, наверное, тоже. А я, наверное, еду в свой родной город. Добрый день, 8-й А. Сержант. Коля, что у вас здесь происходит? Я вызывала. У нас в классе пацанки завелись. И такое творят, я не справляюсь. Дети плачут, деньги забирают. Бьюсь. Вы можете что-нибудь сделать? Я не понял. А что у вас биты в классе делают? Это разве нормально? Да, конечно же, ненормально. А я же о чем вам и говорю. Вот для чего же и вызвала. У нас были хорошие девочки. Даринка отличница была. Аня неплохо училась. Лера хорошистка. А теперь что, хомяки какие-то? Я не знаю, блатники. Я просто не могу разобраться. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Да вы не волнуйтесь, разберемся. И не с такими дела имеем. Я так понимаю, это вы блатные, да? Дамочки, вот за такое у нас разговор короткий, блин. Мне нужно 3 дела на этих девочек. Понимаете, сержант Пуля, дела находятся в бухгалтерии. А если я отсюда уйду, я же не знаю, что здесь в классе произойдет. Вы можете с ними, ну, как-то без дела разобраться? Ну, что я могу сказать? Есть 2 способа решения проблемы. Решайте тихо, мирно. Я ухожу, как будто ничего не было. Либо я заберу этих дамочек в участок, посидят в клетке и подумают. Так что будем делать? Да вы понимаете, я вообще-то за мирное решение проблем. Но боюсь, что не получится. Они настолько вообще, ну, плохо себя ведут, блатные стали. Вот это хомяк, вот то блатная, по-моему. А то новенькая, только первый день сегодня. Не знаю, как зовут. Я вас понял. Ну что, девочки, будете просить прощения? Или со мной в участок? Я извиняюсь, я буду просить прощения. Ты что, вообще неадекватно? Пришел здесь какой-то хрыщ и требуешь, чтобы мы еще прощения у кого-то просили? Ты лучше в участок поеду, ясно тебе? И вообще-то, на минуточку, бита это вот этих вот соплей. И деньги мы у них не крали, они нам сами их дали. Нет, неправда. Вот, а я вам о чем говорю, они даже не раскаиваются. Я это уже увидел. Во-первых, девочка, за вашу биту здесь ваши отпечатки. Поэтому не надо здесь обманывать. Это раз. Второе. Мальчики, у которых вы забрали деньги, они дают показания. И это отдельная статья. А за оскорбление при исполнении это еще одна статья. Я их оформляю и собираю с собой. Опа! Хоп, мусоров! Не шеем мне срок! Оп-оп-оп-оп-оп! А вещей-то у меня-то нету! Ага! Тёлка, несите, все нормально! Он вообще без оружия, сейчас сломаем его втроем. Мне это надоело! А ну сядь на место, сюда иди! Ты чё? Мент попали, да? Мент попали! Никто тебе уже не поможет, оружия у меня нету, да? Возомнила из себя? Пошли! Сюда, следующее! На парту! Сюда, следующее! Сюда идем. Давай! Наручников пристёгиваемся! Что это? Что это? Сюда! Пристёгиваемся! Лера, помоги! На! Иди! Лера! Я тебе не помогу! Она умная девочка. На выход. Стоп. Я буду извиняться. Извиняться будешь? Сиди. Остаемся на месте. Ребята, пишите нам письма. Скидывайте по почте. Выход, пошли. Письма надо ей пишите. Давай, пошли. Как там, помоги? Мы разберемся.